Здравствуйте. Решил сделать для дома органайзер для письменных принадлежностей. Органайзер будет сделан из контрастной древесины, светлой и темной. В качестве светлой древесины я буду использовать буковый паркет. Выбрал самый красивый по текстуре плашки. Из бука я буду делать большой стакан, лоток и днище. В первую очередь снимаю шпунт при помощи ручного рубанка. Затем торцую плашки японской пилой. Делаю разметку и отрезаю детали нужной длины. Затем размечаю все детали по ширине и отрезаю лишнее. Толщина основных деталей органайзера будет 5 мм, толщина днища 10 мм. Делаю грубую обработку всех заготовок с помощью пилы и рубанка. В столярном донце довожу ширину деталей до нужных значений. Днище будет склеено из двух половинок. Самодельное магнитное стусло здорово помогает в работе. А качественные верстачные тиски делают обработку заготовок ручным инструментом удобной и комфортной. Все заготовки органайзера напилены в нужный размер. С помощью ручных рубанков уменьшаю толщину заготовок. Черновая обработка светлых деталей органайзера завершена. Для изготовления темных деталей моего органайзера я буду использовать экзотическую древесину породы венги. Образец экзотической древесины любезно предоставил мне интернет-магазин Boomans. В этом магазине можно найти огромное количество различных пород экзотической древесины из разных стран мира. Ссылку на этот замечательный магазин я оставлю в описании к этому ролику. Древесина венги чем-то напоминает дуб. Она такая же колкая, но гораздо более твердая и плотная. Я впервые работаю с экзотической древесиной, и мне хочется в полной мере понять ее свойства. Именно поэтому я выбрал ручной инструмент для изготовления своего органайзера. Для того, чтобы изготовить темные детали из породы венги, мне необходимо отпилить два кусочка по 6 мм. Thank you.
Пилить венги оказалось намного сложнее, чем дуб. Но в конечном итоге я справился и с этой задачей. Теперь из полученных делянок мне нужно напилить заготовки нужного размера. Черновые заготовки напилены. Теперь приступаю к чистовой обработке. Для калибровки всех заготовок по толщине я изготовил специальное приспособление. Теперь у меня никак не получится перестрогать детали, даже если бы я это захотел. Минусом данного способа обработки является то, что рубанок невозможно поставить по диагонали. Строгание проходит очень трудно, нужно заточить ножи. Затачиваю железки всех рубанков на водных камнях, используя точилку Veritas. Теперь работа пошла значительно легче и веселее. С помощью столярного донца довожу размеры заготовок до нужных значений. Результат предсказуемый. Теперь мне нужно сделать заусовку всех деталей под 45 градусов. Для этого я буду использовать второе мое столярное донце, об изготовлении которого вы можете посмотреть видео на моем канале. Заусовка деталей в самодельном донце дает превосходный результат. Перед склейкой в обязательном порядке проверяю сходимость всех деталей по углам. Результат удовлетворительный. Наношу клей и склеиваю все деревянные стаканы органайзера. После высыхания клея произвожу шлифовку всех деталей, сначала на грубом, а потом и на тонком абразиве.
все деревянные стаканы моего органайзера должны иметь скос. Углы скосов у всех стаканов будут разные. Это должно придать изделию оригинальный вид. Как бы хорошо ни пилила японская пила, но доводка рубанком все равно обязательно. И дополнительная шлифовка лишней не будет. Все три стакана отшлифованы и теперь будут склеиваться вместе. Выступивший и засохший клей очень легко снимается столярной циклей. Затем клею четвертую деталь, которая представляет собой лоток. Стаканы органайзера будут клеиться к днищу при помощи обычного клея, поэтому необходимо укрепить это соединение. Крепить днище буду при помощи обычных зубочисток. Сверла менее 3 мм у меня не нашлось, поэтому буду сверлить отверстие обычным гвоздем нужного диаметра. Сажаю зубочистки на клей, после высыхания клея отпиливаю лишнее. Зачищаю все стамеской и циклюю. Последним штрихом в работе является нанесение на изделие масла. Органайзер получился именно таким, каким я его задумывал – удобным, функциональным и красивым. Пожалуйста, не забудьте оценить это видео и оставить свои комментарии. А также подписывайтесь на мой канал и не забывайте кликнуть колокольчик для того, чтобы не пропускать новые и интересные видео. Большое спасибо за просмотр. Всем добра!